детстве я боялась лошадей, повозок и саней. Грозы боялась, ветра, падающих сверху яблок в саду. Подлинный ужас наводили на меня мужчины. Их крупные плечи, страшные перчатки, сапоги, дым от папирос. Мне хотелось сразу отравиться, умереть, исчезнуть. Теперь уж нет ни детства, ни страхов перед яблоками и грозой. Я полюбила лошадей. Но появились новые страхи, адресованные скорее зеркалу, себе самой. Какая старая игра. Мы теперь неразлучны. Панна Мария, вы как девочка сегодня. Нет, Антося, я сегодня дурочка. Наконец-то. Вы чудом нас застали. Мы прождали вас 40 минут. Ну что ж, раз госпожа Весновская все же изволила пожаловать, давайте начнем репетицию. И слава богу. Ну уж нет. Я не стану плясать под дудку этой интриганки. Я актриса, тише. Она плевала на искусство, тише, она на всех Чака, плевала. Тише. Я не собираюсь это больше работать прошу, в этом театре, госпожа, так и передайте Чак, генералу вот Палицыну. Но... Господа, остановите же ее. Репетиция отменяется. София. Да? Госпожа Весновская. Не бросайте меня. Благодарю вас. Я вынужден буду оповестить дирекцию театра. Извольте объясниться с ними. Гелярий, все это мило, но скучно. Разве вам не хочется чего-то необычного? А может, влюбиться, чтобы талант не увял? Здесь так мало простора, и эти лица плесневелые каждый день. Болото, чистое болото. А пойдемте, генерал-губернатору, выпьем шампанского. Будьте милосердны, голубка наша. Похлопочите перед паном генералом за Ходаковского к шишку. Боже, ну что же я могу? Вы все можете. Говорят, вы генералу почти невеста. Не оставьтесь хорошо, им хорошо, без я обязательно попробую что-нибудь сделать. Спасибо, теперь благодетельница вы наша. Бога буду за вас молить. Спасибо. Все считают меня фавориткой генерала. Гелярий, я слышала у вас роман с Чакой. Как жаль. А я одна. Я так устала от одиночества. Я отдала бы последнюю минуту жизни тому, кто... Вы могли бы полюбить меня, а?
Похоже, нет никого. Здравствуйте. Я, собственно, пришел узнать о вашем здоровье. Но вижу, вы в полном порядке. В моей газете, кстати, бродят слухи, будто сам генерал-губернатор Палицын сделал вам предложение. Пойду пройдусь пока. Да, я обещала генералу дать ответ еще накануне, но теперь, как видите, скрываюсь. Ну, посоветуйте, что мне делать с генералом. Не лукавьте. Чудная партия. Да перестаньте. Я так больше не могу. Меня преследуют все эти люди генеральские. Я запуталась. Я совсем запуталась. Может, от того, что я все ищу, и я не могу найти человека, который ценил бы мою душу прежде всего. Генерал-губернатор выехал с эскортом в пригород. Ах, вот как? М? Ты не ошибаешься? Сведения достоверные. Готов сопровождать. Спасибо. Увезите нас куда-нибудь, что ли? Хотите к цыганам? Едем вечером к цыганам. Mm. Теперь я в безопасности. Шуга, вы не видели Марию? С Уланом Носовым. С вашим другом. Еще одно слово, я убью вас. Напугал. Зачем я везла столько фруктов? Саша Бартеньев, что ж ты бросил меня? Да а где Весновская? Как ты сказал? А не Весновская. Думаю, пишет стихи для романса. Петю Носову попросим, он споет. Он у нас горластый. А не будет петь? Напечатаем. Пан Феликс не откажет в публикации стихов любимой артистки. Верно, господин Фризе? Ведь ваши газеты выделяют для нее особую страницу, не так ли? Ой, как интересно, здесь гадают. Не гадают, а судьбу пророчат. Я много слышала о вас, пани Мария. Очень странно. Что? Рука холодная, так дрожит, с чего бы это? Никогда не видела такой ладони. Ваши линии так перекрещиваются. Вам беречь себя надо. Я что, заболею? Нет, вы не заболеете. Но чары ваши могут быть опасны для других, особенно для мужчин. Господа, похоже, вы тут совсем заскучали. Лучше дайте мне гитару. Петя Носов с веселыми русскими куплетами. Перестань, Прудников.
напрасная. Забыть ее стараюсь, и страсть хочу рассудком победить. Напрасно я другими восхищаюсь, я не могу ее забыть, я не могу ее забыть. Хоть эта мысль, как змей, мне сердце гложет, что уж она моей не может быть. Но пусть она любить меня не может, я не могу ее забыть, я не могу ее забыть. Все говорят, что ветрен я бываю, и что одну я не могу любить, но отчего других я забываю и не могу ее забыть, я не могу. Куда вы, Саша? Как трогательно. Саша! Мышуга, проследите, чтобы к моему приходу откупорили шампанское. Александр, да постойте же! Что за поза? Хочу, чтобы вы объяснились. Правда? А что же я такого совершил? Во-первых, вы решили, будто имеете право ревновать меня при всех, да еще с какими-то ухмылками. Так? Хорошо. А во-вторых? А во-вторых, вам не к лицу так много пить вина. Вы делаетесь более сапожником, чем офицером. Тень, что вы себе позволяете? Вы ведь хотите... Что? Да, господа, что там происходит? Вы пьяны. Рудников, да идите же успокойте друга, а? Что ты со мной делаешь? Скотина! Мне же больно. Ты этого хотела? Ты этого хотела? Ты! Нет! Посмотри на меня! Я люблю тебя! Слышишь меня? Слышишь меня? Ты принадлежишь мне, только мне одному! Слышишь? Слышишь? Больно! Thank you.
Пани Мария, генерал-губернатор. Я не смогла его удержать. Генерал, вы... Простите меня, но я вынуждена вам отказать. Я не могу быть вашей женой. Я знаю, судьба театра моя, судьба. Ваше предложение поехать в Лондон я обязана обсудить с доктором. Мигрень, мигрень, а там туман. Не мистер Елец опять выиграл. Да он без денег нас оставит. Господа, пас! Носов, ты опять? Играю! Принимай. Ну, на этот раз, штаб-ротмистер, фортуна от вас отвернется. Да что ж такое? Саша, Мартынев. Спать пора, Прудников. Твой друг забыл простую истину, что старшему чину и карта побольше. Мартынев-то у нас взрослеет, закурил. Ну что, Прудников, скрывайся. Три восьмерки. Бьете, а, штаб-ротмистр? О! Сегодня не твой день, Прудников! Носов, Петя, а вы что смеетесь? Разве я вам проиграл? Вам-то никогда не проиграю. Давайте к столу. Штаб-ротмистр, будьте добры, знаете еще разок. У нас с Петром давние счеты. Садись. Ты лучше думай, как долги отдавать будешь. А Петруша влюбчивый, он проиграет. Долго с лозой. Мартынев, плохо. Носов, молодец. Стараемся! Во, бугай, а! Да у него все мозги в мускулы ушли. Мартынев, ты должен драться с ним, иначе это сделаю я. Ты должен был драться с ним еще там, у цыган. Вы идете на мою цель. Нет, на свою. Нет, вы все время направляете лошадь на мою дорожку. Неверно поняли приказ? Я? Похоже, мальчику хочется крови, а? Мне хочется, Носов. Предлагаю рукопашный, без романсов. Прекратите скоморошничать! Тогда на саблях! Ты покойник, Прудников. В чем дело, господа? В чем дело, я спрашиваю? Мартынев, следуйте за мной. Носов, Прудников, да исходная! Это! Ну, что случилось? Нехорошо. После вчерашнего нехорошо. Не хитрите, Мартынев. И что, вы позволите им драться? Я решу, как остудить их пыл. Что, Бартенев, все-таки пришли? Предчувствие дурное. Никита! Ничего, до первой царапины все. Годится. Ну что, пусть порезвятся. Офицер мужает не за партой. Это старая история. Я думаю, ребят не простудится. Мороз не сильный. Верно, доктор? Но с Богом. Ну что, господа? Учебные сабли тоже оружие. Перчатки! Ощутите перчатки, дух дуэли. Раньше думать надо.
Выше поднимайтесь. Выше. Начали. Ты что, не завтракал, Петруша? Смотри в глаза. Давай. Юлька, вы здесь не одни, здесь русские офицеры. Вижу. Господа, вы забыли нас пригласить? Начали. А у нас тут свой поединок. Иди сюда. На саблях ты каждый может, да? Нет уж. А стой. Ну все, мы обе пали в бою. А представь, если бы они дрались из-за дамы. А, Юля, это было бы романтично, да. А? Милая, они дерутся всерьез. С какой стати? Рада, счастлива, дура! Из-за тебя! А Бартенев твой трус! Убить соперника чужими руками! А? Это неправда! Господи, прости! Ты видишь, Коленька, к нам Корнетик пришел. Вижу, вижу. Он не понимает, что визиты холостого мужчины к незамужней женщине ее компрометируют. У меня могут быть неприятности. Могут, могут. Но я-то, согласись, другое дело. Мы же работаем вместе, а, как известно, актеры считают, что родственники. Значит, родственничек, ты роняешь себя как мужчина и склоняешь меня к кровосмешению. Ну, зачем? Ну, зачем так говорить, душа моя? Представляешь, этот наивный дурачок решил, что я уже готова под венец. Что это? Это кольцо. Обручальное. Обручальное? Оно мне надоело. Антося! Забери кольцо себе, если хочешь. Или выброси. Отдайте кольцо. Вы его подарили? Ты его топчешь? Оно того стоит. Ну, перестаньте, прошу вас, ну, ради бога, перестаньте. Вы скрытый убийца, Бартенев.
Да, ну и ты тоже. Вон! Ты зачем пришел? Убаюкать собственную совесть? Поздно, Саша. Для меня ты трус и лицемер, а твой мундир теперь всего лишь маскарад. Я понял. Ты ко мне охладела. А насчет маскарада и чести офицерского мундира посмотрим. Я давал присягу. Я докажу, ты увидишь. Саша, нет! Покупайте газету. Ярмарка, ярмарка. Самые низкие цены. Скандал в будуаре. Русский офицер стреляет в доме польской актрисы. Знала. Стой, стой. Давай, давай, давай сюда, возьми. Ну, что там? Как обычно, сплетни. Так, держи. Давай. Все, давай, пошел. Благодарю, парень. Ты русский в газетах, даже тебе Варшава этого не простит. Извольте отобедать, господа. Да уж пора. С удовольствием. Ну что? Ну как? Все благополучно. Слава богу. Елец представил дело как несчастный случай. Саша, Бартеньев. Зря ты так казнишься. Я ведь за себя дрался, не за тебя, поверь. Свои причины. Уйди, ты все испортил. Ну, как знаешь. Спасибо. Ступайте, Прудников. Саша, поговорить не хочешь? Тебе надо ставить точку с этой твоей актрисой. Про тебя уже газеты пишут, ты и себя позоришь, и позоришь весь полк. Да при чем тут полк, Олег? Все не то, ты не понимаешь. Я люблю ее. Она замечательная. Удивительная, редкая душа. Все! Брось, Андрей! Все! Что ты говоришь, какая душа? Она актриса, у нее души нет, тебе поп любой скажет. Их хоронить можно лишь за церковной оградой. Да ты... Саша, их любить нельзя, пользоваться можно. Как ты смеешь? Ну, Саш, ты... ну извини. Она... Ну все. Она другая. Понимаешь, Маруся другая, редкая, святая женщина. Ты ее не знаешь. Знаю, знаю, поверь. Откуда? Не ее, послушай, поэтому тебе и говорю. Саша, тоже была история. С ума сошел. Бегал, как ты, как собака. Дошел до того, что к бабке пошел, не поверишь. Какой бабки? Какой? Колдуньи, что приворожила. Ничего не помогает. Клянусь тебе, Саш, бежать тебе от нее надо, как от чумы. Да ты же офицер, у тебя будущее. Я не могу бежать от нее. Я жить без нее не могу, Олег. Ты вот сам сейчас сидишь, смотришь на ее портрет. Глаз отвести не можешь. Бесполезно все. Все. Зачем ты пришел? Ну что ты? Ну что так неосторожно? Саша, ну что ты как маленький? Пусти, пусти, пусти. Ребенок, Олег, ей-богу. Пусти. Иди сюда. Садись. Да садись же. Ну что, порезался? Господи ты, боже мой. На. Ложись. Ложись. С ума посходили. Прудников со своей дуэлью, ты со своей Марусей. Это я его убил. Кого ты убил? Петю Носова. Ты с ума сошел совсем? Ты что, я... Это я иди должен сюда. Был с ним драться. Сядь. Я желал его сядь. Смерти. Да сядь-то ты! Успокойся! Когда его будут хоронить? Не знаю, он в лазаретном морге. Когда? А хоронить когда не знаю. Че? Ну-ка успокойся. Ну что ты, Саш? Саш. Тихо-тихо-тихо. Саш. Как мне его жалко. Ну, успокойся. Все. Успокойся. Я его ненавижу. Тихо-тихо-тихо. Боже мой, что я говорю? Что я говорю? Саша, тихо-тихо. Помоги тихо. Мне, помоги да, мне. Да, да. Олег, помоги все мне, будет я хорошо. Люблю. Хорошо. Я не знаю. Саша. Я не знаю, что Саша, мне делать. Тихо, тихо.
Вот так. Вот так. Тихо! Вот молодец. Пошел отсюда! Ну, проходите. Проходите. С премьерой. Мои соболезнования. Дыра. Дыра, она есть дыра. Богом забытая российская провинция. Азия. Во Франции или в Англии оценили бы мой талант. Безусловно. В Испании особенно. Пан Феликс, скажите ей, чтобы не оставляла театр. А то придется и мне уйти. Растолстею, женюсь на какой-нибудь. Женись. Да, но я люблю тебя. Не женись. Зачем вы Мавра обижаете? Мавр простит. Актер не газетчик. Скажите лучше, понравилась ли вам моя Дездемона? Или вы свистели вместе со всеми? Вы замечательно играли. По крайней мере, так считает губернатор. Вы играли великолепно. Во всяком случае, обычно не хуже, чем всегда. Вы раздели меня. Как видите, пытаюсь соответствовать. Это никому никогда не помогло. Неужели? Вашей газетенке это явно помогло. Но хватит об этом. Предлагаю материал для завтрашнего номера. Мышуга, я готова осчастливить вас. Если вы разденетесь сейчас же, а то я передумаю. Пойдите туда. Нам, пожалуй, пора. Это зрелище не для слабонервных. Передали для пани. Открой. Да, жаль, что вы меня не слушали. То ли еще будет. А я ведь предупреждал, сегодня только свистели, а завтра вас закидают. Гнилыми помидорами. Еще вчера называли второй Моржевской. Одна статья, и как все переменилось. Ну, моя пресса и сейчас вас так величает. Что же мне делать? Хотите совет? Уезжайте на время за границу. Все уляжется. Сплетни утихнут. В том числе и об этом Улане. Публика соскучится по вас. И вы опять будете иметь успех. За границей я никому не нужна. Целую ручки. Коля, прости. Прости меня, я не хотела.
Послушай, в последней сцене не форсируй голос, а то пищишь, уши закладывает. Мир? Я искал вас. Мне неловко говорить об этом, но вокруг меня много добровольных доносчиков. И я узнала, что ваши родители запрещают вам со мной видеться. Думаю, это справедливо. Вы издеваетесь? Оставьте меня. Верните пистолет. Забыли, где находитесь? Саша, ты ворвался в мою жизнь, которую совсем не знаешь. Результат известен. Вся Варшава любовалась этим отвратительным зрелищем. Я не могу с этим смириться никак, увы. Господи, прости меня, Господи. Так вот, я решила стать невестой Христовой. Прощайте, мальчик мой. Не забывайте меня, и я буду поминать вас в своих молитвах. Трогай, пошел, пошел. Вы не должны, вы… Да подождите же! Вы такая молодая! Не уезжайте! Не уезжайте, прошу вас, останьтесь! Нет, меня некому защитить! Ты перестань издеваться над ним. Молчи, ты ничего не понимаешь. Я прошу вас, не уезжайте! Я умоляю вас, я буду защищать Нет, вас. Нет, это невозможно, вы здесь чужой. Вся Варшава знает это. Я не чужой, я не могу быть чужим. Я люблю вас! Подождите! Подождите! Тише. Послушайте. Что здесь происходит? Я даже не знаю, как вам все объяснить. Подождите. Что? Вам туда нельзя. Я после как, объясню. Как нельзя? Где Мария? Да постойте! Что? Какой же вы упрямый! Вы что, не слышите что меня, Бартенев? Что здесь делают все эти люди? Вам здесь… Ой, извините. Александр! Сегодня вместе с нами скорбит вся Варшава. Я бы даже не побоялся сказать, вся театральная Европа скорбит о Марии Весновской. Душа таланта особенно ранима, а наш мир Господин что вас потревожит, я бы не посмела. Простите мне эту нелепую выходку. Только не отворачивайтесь от меня. Умоляю.
Браво! 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 Ну, кто бы мог подумать? Столу, браво, господа! Всех к столу! Приглашаю! Лучший розыгрыш сезона! Актеры, дети! Сущие дети! Жду всех на премьеру! Не предугадать! Вместо меня буду играть я! Обещаю незабываемое зрелище! Настырную, ладно. Что, тираж? Увеличиваем? Губернатор Палицын заявился. Опасно было. Но все же получилось, слава богу. Да, но могли погореть. А вот тираж увеличиваем вдвое. Юлия. Ну что, Феликс? По-моему, все это плохая шутка. Честно говоря, не лучшая. Вот именно. Мне стыдно признаться, и чувство какой-то годливости по отношению к себе мешает мне дышать, работать, даже спать мешает. Но ведь я актриса. Меня обидели публично. За что? Всего лишь за попытку быть счастливой? Я захотела умереть. Точнее, я решила в это сыграть. Я спрашиваю самой себя, ну что, ты довольна? И тут же отвечаю себе, да, я счастлива. Все-таки здесь, со сцены, глядя в зал, невольно отмечаешь, как восторженно дрожат у зрителя глаза. Я нигде не видела подобных глаз. Лишь на театре могут быть такие лица. Что же будет, если это у меня отнять? Тогда я не смогу дышать. Я перестану видеть. Я уверена, я перестану видеть, слышать, радоваться, плакать и страдать. В конце концов, я не смогу любить и быть любимой. Под окнами твои поклонники. Столпотворение. Тогда как мы отсюда выйдем? А так же, как пришли. А если хозяин нас выдаст? Не выдаст. Попробуй. Ему заплачено да столько, что он онемеет до конца своей жизни. Вашему фанту заказано поцеловать, кого вы хотите. Молодой человек. Ну так вы уж и предоставьте ей возможность самой выбирать. Здесь больше некого. Что? Я сама решу, кого мне целовать. Ты не против? Ха-ха-ха!
еще. Ты так себе представлял тихий интимный ужин? Я выполнил все твои условия. Закрытая камера, отдельный кабинет, близкие друзья. Феликс, Феликс, что за дикость? Да, дикость, дикость. А мне вот вспомнилось, как в юности мои родители намеревались уготовить для меня военную карьеру. Юля, вы могли представить меня, ну, скажем, на гвардейской лошади? Да, это было бы очень красиво, уверяю вас. Вот как? Вы это серьезно говорите? Господа, нас рассекретили. Пойдемте гулять. Там чудный воздух. Ой. Хорошо, ты как? Мария! Мария! Вас слегка покачивает. Это я танцую, Фил. Берите, берите, берите все. Берите, берите. Бежим, бежим, бежим. Не надо было столько пить. А по-моему, я вам нравлюсь. Это скромно сказано, дорогая. Проснулись? Ну, конечно, при такой езде не мудрено. Я думала о том, что вы почти старик, а ведете себя, как размечтавшийся улан. Это комплимент? Я всегда ценила ироничный, проницательный ваш ум. А то, что вы бываете дурак, не ожидала. Да, я дурак. Служу ширмой. Для их шашни с этим молокососом. До молокососа, Феликс, вы не дотянули. Вы скорее смотритесь, как дикий зверь. Дикий зверь вами давно выдрессирован. Я не знаю, зачем я тебя сюда привел. Только ты не оборачивайся быстро. Сзади гроб. Там Петя Носов.
верю все равно тому, что вы говорите. Я не верю. А вы? Весновская актриса. Да она бездарная и пуста, как все ее романы. Хитрая, коварная. Улана Русского уже хоронят по ее вине, а через месяц весь их полк отправит в преисподнюю. Да она за это деньги получает. Вы просто завидуете. Весь город знает. Я завидую. Вась. Улан погиб по нелепой случайности, а по Весновской совершенно чистой. Я не верю вам. Скандал не утих. Вам не следует принимать у себя этого русского офицера. Лучше принимать у себя редактора, не правда ли? Ага. Ну, если принимают редактора, всем понятно, что актриса заинтересована в прессе. А если ходит Улан, скажут, Улан заинтересован в польской актрисе. Да-да. Гораздо естественнее, когда с Уланом вот эта юная харистка. Вы же не случайно привезли ее с собой? Здравствуйте, здравствуйте. Вот вы где прячетесь? Выпейте с нами чаю. Видите ли, чай-то я люблю, но, к сожалению... Нет. Отказов мы не принимаем. Как прикажете. Правда, Марыся? Ну что вы не катаетесь? Здравствуйте. Господи, кого тут только не встретишь. Пока это тайна, но вам как своему. Генерал Палицын предложил сопровождать Марылю в Лондон. Правда? Ну, вы понимаете? А этот русский тут так не кстати, этот гусар или Улан, или я не знаю кто. Ну вот. Стану генеральшей, тогда все поймут, что я отношусь к Александру как мать. Просто я же заинтересована в устройстве его судьбы. Так что уймите ваших грозописцев, уважаемый. Вы что, мне не верите? Почему? Я-то вам верю. Но поверят и все остальные. Сомневаюсь. Вся Варшава только и говорит об этом. С подачи ваших газетных писак, уважаемый. Марыля, попридержи язык. Дерзить пану Феликсу, ну, это ужасно. Ничего, я уже привык. Вы лучше гляньте на эту юную пару, как они подстать друг другу. Молодость, ей-богу, позавидуешь. Нет, ты слушай, что говорит пан Феликс. Прогони этого гусара. Умоляю тебя. Какая она упрямая. Маленькая была. И вечно расстроенный желудок. И понос. Пардон. Мы измучились. Я никогда ее не понимала. В
все поперек делаю. Вот, может быть, замуж выйдет, так успокоится. Мама, мама, не сочиняйте. Я сочиняю. Этот русский, он же масон. Все русские, или масоны, или евреи. Панни Крузевич велела передать, она едет домой. А мне здесь больше делать нечего. Мне тоже. Я ухожу. Меня здесь не слушают. Ой, здесь скользко тоже. А где же пани Весновская? О, осторожней. Вон она. Как бы я хотела быть похожа на нее, хоть капельку. Вы прелесть. Стыд и позор журналисту. Сенсационную новость о вашем брате с губернатором я узнаю последним. Вы пригласили меня сюда на каток, чтобы посмеяться надо мной? Нет. Ваша матушка определенно сказала? Матушка. Матушка. Моя матушка, она такая фантазерка. И потом, я не давала согласия генералу. И все-таки, для чего вы меня пригласили сегодня на каток? А ты уверен, дорогой, что я заинтересована в тебе только как в редакторе? Она позвала меня сюда. Да? Я все сделаю для нее, чтобы она не попросила. Понимаете? Хорошо. Как я рада, что я встретила вас. Это... Вы все чувствуете и понимаете точно так же. Это мы ее должны благодарить. Пойдемте. Да. Ну ничего, не надо смущаться, здесь все свои. О, прошу прощения. Между прочим, наша Бася замечательная хозяйка. Она и вяжет, и вышивает. А как она готовит, боже мой, позавидуешь. Правда, Бася? Откуда вы все знаете, пани Весновская? Называй меня Мария. Дорогие мои, я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Выпьем за это? Любопытный тост. Кстати, Сашенька, а ведь у нашей Баси чудный вкус. Посмотри, какое на ней платье. М? Иди сюда. Посмотри, какое платьице. А? Посмотри, какая фигура. Посмотри, ну просто красавица. Ну что, как тебе? М? Пани Вис... Ну что ты молчишь? Скажи, мне нравится Бася. Мария, что с тобой? Ну скажи, мне нравится Бася. Почему я должен это говорить? Ну потому что она тебе нравится. Ну, хорошо, мне нравится Бася. Хорошо? Хорошо! А можно немножечко погромче? Можно громче. Мне нравится Бася. Великолепно! А как тебе Басина фигура? Пани Мария! Мне нравится Басина фигура. Замечательно. А как тебе ее ноги? Ой, не надо! А это ее лилейная шейка? А... М? Ты забыла про ее глаза и волосы. Как я могла? А как тебе нравится ее задница? А ее задницу я просто обожаю. Вот как? Кусаешься, мерзавец? Думал, я ничего не замечаю. Тебе следовало бы вести себя скромнее. Вот она, твоя любовь. Такой же, как все. Первая попавшаяся юбка. Пани Мария. Прошу вас, не надо. Какая я тебе, Мария? Для тебя, харистка, я панна Весновская. Тебя из милости пустили в приличный дом, а ты вместо благодарности ногами. Прекрати, что ты с собой делаешь? И ты убирайся. Вон отсюда, оба. Вон! Бася, Бася, подождите. Мне нравился весь их полк.
Этот молодой, слегка бахвалистый дух русского офицерства. Прелестный штаброд мистер Елец, душа их романтического братства. Инфантильно дерзкий гусар Прудников, самый робкий мой поклонник. Именно ему, несчастному, суждено было так нелепо убить Петю Носова. Земля ему пусть ляжет пухом. Это был настоящий чистый гусар, азартный, симпатичный хвостун, очень живой, очарованный жизнью, влюбленный в нее. Такие украшают всякую компанию. Такие нравятся всем поголовно девушкам и девочкам. Такие в результате женятся на жалких и сухих дурнушках. Петя не успел. Вот теперь. Мы тут с вами, с позволения сказать, скучаем, а пани Мария Весновская срочно решила развеяться за границей. В сопровождении генерал-губернатора. Сначала Чаку довела до белого коленя, а теперь Чака вводится на все ее роли. За два дня. Стерва. Ну сколько можно говорить, не выпускать собак? Сидеть, волкан, сидеть! Отведите пса на конюшню. А вы, Бартенев, шли бы домой. Вот ты можешь представить меня женой генерала? Маша, я очень сочувственно отношусь к чужому счастью, но я давно хочу сказать. Ну, оставь хотя бы Феликса в покое. Он уже собрался в Англию вдогонку за тобой. А странный твой Бартенев. Ты задумайся. Он застрелится, греха не оберешься. Маша, ты горишь! Антося! Стой, стой, не двигайся! Не двигайся! Не шевелись! Тихо! Тихо! Все, все, все! Все, все! Все, я затушила! Я затушила! Успокойся, успокойся! Все, все. Ничего не случилось, хорошая моя. Девочка моя, милая моя. Все, прости, прости. Я так испугалась, как я испугалась. Воспитывать себя надо было. Ну, прости. Это знак. Прости. Ничего не надо. Ой, Господи, Боже мой. Все хорошо. Господи, прости. Все. Тихо, все. Помилуй меня, Боже. Помилуй меня. Все хорошо. Помилуй. Она мне несколько месяцев, нет, она года два мне морочила голову, а я ее раскусил. Она за меня замуж просилась. Все, хватит! Хватит. Гляди, шляпка. Правильно, ей тоже отказал. И наконец понял, с кем имею дело.
оттепель. Я, Феликс, собираюсь от поездки в Англию решительно тебя отговорить. Это лишь повод для досужих сплетен. Лучше обещай писать обо мне в своих газетах, чтобы публика не забывала. Я не могу обещать тебе этого, потому что у меня тоже есть дело в Англии. Неужто? Это дело. Ты, Мария, ты нужна мне. Я люблю тебя, а я нужен тебе, Мария. Феликс, Мария. Феликс. Мария. Вам письмо. Он в Артении с денщиком прислали. Так. Извозчика, скорее. Мария. Палицына. И чего ты добьешься? Ты так ничего и не понял. Нас все равно разлучают. Но это невозможно, это нелепость. Найди квартиру. Встретимся там. В последний раз. Трогай. Мне нужно переодеться и поскорее. Благодарю. Я все сделала, как вы сказали. Сколько я должен? Как договаривались? Я скоро. С утра забери платье у пана Ричарда. Как проснусь, чтобы было.
полозок и саней, грозы боялась ветра, падающих сверху, я поняла ее мгновенно. Это невозможно перепутать ни с болезнью, ни с ранением. Ни с чем вообще ее не перепутаешь. Но действительная смерть моя произошла не от выстрела. Она произошла от жизни и гораздо раньше, как бы громко это ни звучало. Правда? Что случилось? Может, он врет? Что нам делать-то? Так, проверить надо. Давайте оба к ней. Есть. А? Только пошли. Быстро. Господи, боже мой. Саша. Саша, ты уверен, что ты ее убил? Чай хочешь? Что, я сумасшедший, что ли? Конечно, убил. Саша, Саша. На, пей. Да это не чай, водка, пей. Давай, давай, давай. Пей! Прошу простить. Пани Мария, скажите. Господа! Это не здесь. Он сказал адрес. Что произошло? Господа, пропустите! Это пропустите! Черт вас возьми, пропустите! Ты куда смотрел? Приказ не пускай. Сидите спокойно. Наверное, мне надо подать в отставку. Что, решили? Я надеюсь, вы сегодня освободите меня от учений. Олег, не надо. Ну, нет же, оставь меня. Саша.
теперь не так обидно. Я действительно была одна. Нам лишь казалось, что мы вместе, а на самом деле были порознь. Разделялись, словно бы прозрачной стеной. Да, недаром я все чаще вспоминаю эту залу с пальмами, его глаза через стекло окна, фуражку. А еще свои перчатки вспоминаю. Где они теперь? Этими перчатками мне захотелось вдруг опустить ему веки. Слава Богу, спохватилась. Конечно, это я. Ведь это я недавно умерла. А он живой. И рано прикрывать ему глаза. Когда-нибудь потом, попозже, и не я, а кто-нибудь другой об этом позаботится. Другая кто-нибудь. Не я.